Пьянству бой, тем более подростковому. В каникулы значительное число юных челнинцев большую часть времени проводят без надзора взрослых. И как следствие растет количество правонарушений, связанных с детьми. На брифинге в УВД сообщили, насколько строго в нашем городе соблюдается запрет на продажу спиртного несовершеннолетним. Статистика неутешительная, говорят инспекторы, и приводят цифры. За 5 месяцев зафиксировано 83 подобных факта. Отсюда и детский алкоголизм, уверены в полиции. Однако винить в этом нужно не только нечистых на руку продавцов, считают в МВД. Ответственности с родителей тоже никто не снимал. Совершение правонарушения, преступления, в первую очередь причина, конечно, слабый контроль, слабое воспитание со стороны родителей. Это я бы поставила на первое место. Второе место – это незанятость несовершеннолетних.